Решительно раздумывает, что предпринять.
Года, рождались люди, убийства, войны, дети, судьбы, нет разумеющих, никто не ищет Бога, все совратились с Божьего пути, весь мир ослеп и некуда идти, гортань людей открытый гроб, их языки полны обмана, яд аспидов на их губах, нет страха Божьего пред их глазами. Лишь разрушение и пагуба на их путях. Земля мертва в проклятии, одна сплошная рана. Их близок, близок, близок крах. Мертва в грехе, земля погрязла в зле, всем миром правит тьма и ложь.
Господь, прошу Тебя, услышь меня. Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос, Ты как агнец невинный понес на Себе все болезни и проказу греха. Ты распят был и глумливой толпою избит. Твои ризы делили и плевали в лицо. Но ты молчал и с печалью смотрел со креста. Любви водопад струился из глаз. Ты нам мир даровал, простил, ты больных исцелял, весь мир возлюбил. Они распяли его, но под крестом стоял римский воин, сотник, и он сказал: был Сын Божий. Господь, я грешен пред Тобою. Прошу Тебя, прости за все, за зло, обиды,
непрощенье, за ненависть, за отчуждение от света Божьего престола. Прошу, забудь, как плеть сжимая тебя злобно бичевал и окровавленного. Насмерть тебя я вел по той дороге, под фигом мрачного креста. И над тобою издеваясь с усмешкой, я плевал в лицо, кому? Спасителю, Мессии, тому, кто исцелял людей к любви и вере призывая, тому, кто злобу забывая, всех недругов своих любил, врагам за зло благотворил, и зло на зло не меча, а я, Господь, тебя распял. Когда вокруг толпа глумилась, крича: распять его, распять! И в ярости слепой не видя, кого пытаются убить, я сам кричал, срывая глотку: распять! Распять его! Казнить! Потом дорога на Голгофу, потом уверенным ударом тебя сшиб с усталых ног на окровавленную землю и на главу твою святую отдельно терновый я венец, Господь, какой же я слепец. Потом тебя я распинал и в окровавленные руки я гвозди сжал и вбивал. Теперь между землей и небом ты на кресте, Христос, висишь. Свершилось. Тихо говоришь: отец, прости, ибо не знают они, что зло тебе творят. И опустив свой нежный взгляд, ты говоришь: отец, прими мой дух к себе и умирай. Боже сил! Я верю, ты меня простил. Он пролил свою кровь, он
благовествовал, а в третий день воскрес Иисус Христос. Иисус Христос. Жизненной разлуках и мучениях загнаны, как звери, в грехов порочный круг. И мы, не видя выхода, метались, словно ветер, пытаясь муки горести в дурмане утопить. Но мы не замечали, что к свету дверь открыта, и что лишь в Иисусе жажду можно утолить.